Доброго времени суток, мои дорогие зрители, подписчики, девочки, мальчики. С вами канал Лайф Таро Надежда. Сегодня посмотрим тему, которая называется «Что он хотел бы сказать вам прямо сейчас». Иногда бывает так, что очень хочется что-то сказать, и хочется, чтобы тебя выслушали, и не просто послушали, но и услышали. Эту тему мы будем смотреть на Таро Девиантной Луны. Вам нужно будет внимательно следить за сигнификацией, конечно же, держать в голове образ того человека, о котором вы хотите получить информацию, но сигнификация, она в приоритете, потому что именно по этому описанию вы сможете четко понять, ваш расклад или нет. Исключение для тех, кто смотрит мои расклады интуитивно. А таких уже очень-очень много, чему я очень рада, что вы развиваете свою интуицию, свое чутье, когда вы уже начинаете чувствовать, ваша информация или нет. Этому можно научиться. Я для тех, кто еще так не умеет слушать, но пока обращайте внимание на сигнификацию. Итак, что происходит в отношениях на данный момент? Здесь противостояние, здесь никто не хочет уступать. Ни вы своему партнеру, ни он вам не хочет уступать. И причем здесь давление друг на друга довольно-таки сильное. Здесь два партнера, которые оба, наверное, правы в своей правоте, пусть масло масляное. Но каждый считает, что именно его позиция правильная. Давайте посмотрим вашу позицию. Возмездие, сатисфакция. Почему-то так идет. Вы хотите знать все обстоятельства, которые предшествовали тому, с чем вы столкнулись. Столкнулись с неприятным событием здесь. Или измена, или обман, или ложь какая-то, клевета. Что-то забрал у вас, что-то украл. И вот о возмездии, ну, либо полная информация, что, зачем, почему, для чего. Эмоций у вас много, эмоции буквально через край. Порой эти эмоции зашкаливают и вас саму доводят до какого-то исступления, потому что здесь капля крови. В целом здесь показана ситуация, когда женщину очень сильно разозлили. Возможно, ее сначала очень сильно обидели, но теперь эмоции здесь просто на грани того, что она за себя не отвечает. Она способна на многое. А так может реагировать только действительно искренне, по-настоящему любящее сердце, которое разбили. И здесь вам не важно уже, похоже, какая будет правда. Вам, похоже, не важно, что здесь будет дальше. Но вы здесь точно хотите чего-то своего. Это четко, конкретно уже сформировано. Да, для всех будет по-разному. Для кого-то это сатисфакция. Вы хотите мести. Вы хотите бумеранга. Для кого-то вы хотите извинений и объяснений. Для кого-то здесь расставить точки над «и». Да, какой-то крайний там или последний разговор. И ваша позиция здесь, она такая уже четкая, конкретно сформированная. Давайте теперь позицию вашего партнера посмотрим. А он, кстати, очень лояльно настроен. А в чем он тогда вам не хочет уступать? А он не хочет, чтобы вы говорили, что он должен делать. Все, что ему нужно, он сам решит для себя. Ваш партнер, кстати, может быть не свободным, потому что здесь за ним еще несколько людей стоят. Он не хочет, чтобы вы решали. Он не хочет, чтобы вы говорили, что, когда будет, что он должен сказать, что вы хотели бы от него получить. Он вам уступать не хочет, да. Для него женщина, она должна быть женщиной. Она не должна пытаться покушаться на права мужские, по его мнению, да, мужские права, когда она заявляет о каких-то своих требованиях. Не хочет, чтобы вы демонстрировали ему амбиции свои. В этом он вам уступать не собирается. Опять же, ему здесь есть что терять.
И он четко здесь указывает, что если он сейчас сделает, ну или в ближайшее время сделает так, как хотите вы, да, вот ту позицию, ту ситуацию, которую мы рассмотрели, то тогда он подставит под удар ту другую свою полусферу своей жизни. Там есть что терять, там есть кого терять. И поэтому здесь, смотрите, в нежелании терять вас, он будет стараться придерживать вас, но с другой стороны, уступить вам пока не в его интересах. Вот, и поэтому, как бы вы здесь не пытались злиться, не пытались показывать ему крайнюю свою точку кипения, сколько бы вы ни делали последних предупреждений, все пока будет бесполезно. Он держится за то, что он может потерять. И, кстати, здесь искренне недоумевают, как вы не можете понять, вот, и почему вы свои интересы здесь, свои желания ставите превыше вот его каких-то ценностей, что на компромисс вы не согласны. Вот это тоже его, ну, скажем так, удивляет, неприятно удивляет, что вы свою личность, свою персону выдвинули на самый передний план и ничего больше слышать не хотите. Давайте спросим, что он хочет сказать вам. Знаете, что говорит? Да делай ты все, что хочешь. Только все равно будет, по-моему. Ты можешь от меня отказаться, ты можешь бросить меня, там, или там ждать, не ждать. Он говорит, я знаю, что я буду делать, я знаю, что будет дальше, что для него дальше. А он не хочет рассказывать, кстати. Верховная жрица. Хорошо, как он видит будущее с вами? Он, кстати, хочет, чтобы ваши отношения оказались на грани расставания. Либо если конфликт уже сформирован, и вы не общаетесь, чтобы это на какое-то время было сохранено. Ему важно, чтобы вы ощутили, что такое вот ваша принципиальность взамен одиночества. Одиночество без него. Здесь наказание вас. Здесь наказание. Да. Наказание, чтобы образумить вас, что не стоит толкать его на жертву ради вас. Там действительно, вот опять же, там что-то серьезное, от чего ему придется отказаться. Есть вы, и есть еще что-то интересное, дорогое ему. И он пытается вас здесь проучить. Да, он говорит, слишком как-то вы стали какой-то грозной, злой, амбициозной. Он считает, что вас на негативных эмоциях просто понесло. Он считает, что это необходимо остановить. Поэтому здесь может быть с его стороны какое-то некрасивое расставание. Возможно, оно уже было, если нет, но вы понимаете, что что-то назревает, и он какой-то непонятный. Он действительно способен спровоцировать расставание, потому что ему надо усмирить ваш пыл. В противном случае он реально отдает себе отчет в том, что вас и дальше будет нести, вот, и что от вас ждать. Он себе даже не представляет, но он прекрасно чувствует, что ничего хорошего в данный момент он не дождется. А именно вам, что он хочет сказать? Что у него чувства, девочки, посмотрите, что у него чувства к вам есть, а вы эти чувства обесценили. Вы теперь вините его во всем. Я тебя люблю, но у тебя я постоянно виноват. Что-то я не так сделал, там что-то не сберег, там вовремя не позвонил, вовремя не ответил, не туда пошел, не с тем вернулся, да, там не с тем общаюсь, не тому человеку пишу. Здесь интересная карта, здесь два персонажа, у одного здесь разлилось
три кубка, а сзади, видите, стоит и пальцем говорит: это ты виноват. А тот сам в шоке. Наш партнер здесь практически, ну, не знаю, вот хочется сказать, когда молчать уже об этом невозможно. Что почему я у тебя всегда виноват? Почему я у тебя крайний? Как в этой карте, что, может быть, он пришел, и он сам обнаружил то, что здесь опрокинуто было, но он просто оказался в ненужное время, в ненужном месте, да, и как будто бы, знаете, был пойман на месте какого-то преступления. И он вам точно скажет, что я в этой ситуации не виноват, да, там, или это все было без меня, там, или меня подставили, или ты неправильно все это поняла, все это расценила, наплевала на чувства, стала во всем обвинять, стала жесткой, да, какой-то четкой такой, конкретной, бескомпромиссной. Следишь за мной, ну или следила за мной. Причем здесь, ну, знаете, слежка, проверка. Это не обязательно прям, знаете, что вы там глаз свой к нему приклеили и наблюдаете. Нет, здесь, может быть, постоянно подозревали, что он не там, где он вам говорит, что он не с тем человеком, с кем он вам сказал, что я там с другом. Недоверие, подозрительность. Пытались проверить, да, как-то попросить, докажи, покажи. Пытались вторгнуться в его зону, которая была его таким очень личным пространством, в которое он никакое вторжение допускать не хотел и не собирался. Причем здесь так вот, знаете, вот если следить, то как на работу, да, вот ходить по его соцсетям или проверять его телефон, что это прям вот какая-то вот ваша такая очень регулярная была работа, что если это касается недоверия, то не доверяли постоянно, просто фатальное, да, такое недоверие с вашей стороны. И выбора, девочки, видите, он говорит: ты мне не оставила выбора, ты меня поставила в такую ситуацию, где у меня не было иного выбора. Я сделал то, что сделал, потому что иначе бед от тебя было бы гораздо больше. Здесь ваш партнер, похоже, проходит какой-то урок, но, видимо, не может его пройти. Ему что, действительно захотелось выговориться? Это что? Это накипело? Это обида какая-то? Что это вообще? Накипело, нагорело здесь. Я бы даже сказала, уже пригорает у него. С чем связано его состояние? Потому что вы ему вариантов не оставили. Похоже, вы за него здесь выбор и сделали. Вы его оставили с тем, что у него было, с тем, что он имеет. И все ходы и выходы заблокировали. Причем даже если вы скажете, что он может приехать, когда захочет, написать, когда захочет, но значит там условия написание сообщения вам какие-то такие особые, что если ты пишешь, то ты пишешь регулярно, или ты ждешь, когда я тебе отвечу, и тоже мне что-то, ну, буквально здесь, да, такие примеры, которые первые приходят на ум. Выбора не оставили, и вот какого-то маневра у него тоже здесь нету. Пригорает у вашего загадного человека. В любом случае пригорает. Конечно, ему тоже обидно чувствовать себя человеком, когда, ну, что-то делал, да, как-то был, я не знаю, внимательным, там, рядом с вами. Он был нужен. Как только у него появились там свои дела, или, может быть, он столкнулся с проблемной ситуацией, не может определиться, не может выбрать. И все, и сразу типа пошел вон. Большая обида, которую уже невозможно держать, вот на фоне того, что невыполнимые для него условия, с которыми он не согласен. Опять же, тут вот те люди, которые за ним и стояли, но он не хочет быть только с ними. Он и с вами тоже хочет быть.
Да, девочки, это для него урок, который он не может пройти. Пора бы уже делать выводы и определяться. Жатва, время сбора урожая, время принятия решений. А он тормозит. Он хочет сохранить вот статус-кво. Ему очень важен. А дальше здесь посмотрим, да? Дальше здесь разберемся, по его мнению. Но видите, здесь заявление это серьезное, что что бы ты ни решила, что бы ты ни делала, я все равно знаю, что будет. Я все равно сделаю так, как нужно мне. Пока пытается бороться, но видите, этот выплеск эмоций, потому что, ну, действительно, ему сложно. Там и обида, там и претензии, там и какое-то чувство несправедливости, там и ваше поведение, и то, что предшествовало вашему поведению, да, какая-то вот подозрительность, недоверчивость. Ну, вот такой вот расклад. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и написать комментарий. А вот здесь расклад специально для вас, что случится неожиданно и способно поменять всю вашу жизнь. Это для тех, кто ждет расклады для себя и ждет подсказки. Подсказки от карт Таро, чтобы в этой жизни выбирать максимально правильный путь и максимально такую ровную, твердую дорогу. Вот это видео здесь. Я с вами, мои хорошие, с вами каждый день. До встречи в новых видео. Пока-пока.